Именно песок стал причиной странного оттенка выпавшего в Саратове снега. Об этом заявили специалисты Росприроднадзора. Они провели анализ проб осадков. Эксперты не выявили загрязняющих веществ и тяжелых металлов, образовавшихся в талой воде. Зато зафиксировали незначительное содержание силикатов, которые и придали снегу необычный желтый оттенок. Эта пыль, вероятнее всего, была захвачена воздушной массой в южных регионах и перенесена в Саратовскую область. Никакой угрозы для экологии она не представляет.